Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу об удивительной просто подкормке, которую посоветовала мне моя бабушка. Подкормка очень эффективная, натуральная и рабочая. Она позволяет нарастить огромный потенциал урожая. То есть вы закладываете сейчас именно в рассаде вот эту часть урожая. То есть подкармливаете, рассада становится коренастая, здоровая, крепкая, с толстым стволиком. И уже в этот момент листики набираются всеми полезными питательными веществами, которые потом будут отдавать вашему растению, и вы получите при этом очень мощный и богатый урожай. Такую подкормку мы вносим во время рассады и когда уже рассада приживется на новом месте и начнет завязывать завязи. Вот тогда мы начинаем подкармливать снова. Итак, на самом деле подкормка простая. Носить ее лучше всего один раз в две недели. Если рассада совсем хиленькая, можно чаще это делать, но не чаще одного раза в неделю. Итак, в чем же заключается подкормка? Давайте с вами начнем делать чудо-удобрения для нашей рассады. Итак, нам понадобится 100 мл именно теплой воды. Если не можете найти теплую, разбавляйте холодную с кипяченой, тогда будет теплая. Я вот добавила 2 рюмочки, они по 50 мл. Берем прессованные дрожжи. 10 грамм, не больше, не меньше, старайтесь брать именно 10. Если прессованных нет, можно взять сухие 2 грамма. Итак, теперь добавляем самый главный ингредиент, питательный, очень полезный. В нем содержится огромное количество просто витаминов, ферментов, аминокислот, которые будут питать ваше растение. Надо добавить 1 чайную ложечку меда. Итак, чем же хороша эта подкормка? Нам надо, чтобы она немного сбродилась. Появились пузырьки, видите? Это говорит о том, что начался процесс именно работы. Там будет много полезных микроорганизмов, огромное количество аминокислот, много витаминов группы В, есть также А, С, ну и много других. Также есть калий, фосфор. И доводим нашу смесь до 1 литра. Хорошо перемешайте и можно смело поливать. Итак, как правильно поливать такой подкормки? Сначала увлажните хорошо грунт, то есть он у вас должен быть влажный. А затем где-то 1 чайную или 1 столовую ложечку добавляем удобрение под кустик. Если кустики, горшок маленький, то добавляем 5 мл. Если кустики, горшки большие, то добавляем 15 мл. Ну то есть 1 столовая ложечка под кустик, вот у меня маленькая коробочка, значит 1 чайная ложечка. Если большой горшочек, то добавляем 1 столовую ложечку. Вот так вот подкармливаем нашу рассаду. Итак, не забывайте, не заливаем. Обязательно давайте просыхать грунту после такой подкормки. И тогда у вас будет никаких мошек, никакой плесени, а только здоровая и крепкая рассада. Если понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена.